Ну, очевидно, что на потребителе отразится подорожанием и как бы исчезновением каких-то продуктов. Дело в том, что санкции, неважно, кто вводит эти запреты, всегда проигрывает тот, чья экономика слабее. В этом смысле, ну вот я считаю, что санкции, введенные Путиным, они также ударяют по России, точно так же, как и санкции, введенные против Путина. Точно так же, например, санкции, введенные Украиной против России, они скорее ударяют по Украине, по украинской экономике. То есть, если идет такая некая такая борьба, кто кому больше навредит, то в ней, очевидно, выиграет тот, чья экономика масштабнее и у кого есть, ну, как бы более широкие рынки. Да, и в этом смысле, безусловно, то, что сделал Путин, это еще один шаг к, ну, к такому, к экономическому коллапсу в России.